Символом Дня семьи, любви и верности является ромашка. Этот цветок выбран не случайно. Принято считать, что он символизирует собой первую любовь, чистоту и искренность романтических грез. Связано это или нет, но именно на этом цветке каждый ребенок хоть однажды в детстве гадал, любит или не любит. Накануне Дня семьи, любви и верности воспитанники станции юных натуралистов Славянска на Кубани вышли на улицы города, чтобы порадовать жителей и подарить им частичку праздника – букеты из полевых ромашек. 8 июля будет праздник День семьи, любви и верности. Мы хотим вас поздравить с наступающим праздником. Сладкие. Спасибо большое. Пожелать здоровья, счастья, любви и верности вашей Спасибо. Семье. И вам удачи, здоровья и удачи. Букеты из ромашек юные натуралисты собирали сами. Частично на берегу реки, частично в палисаднике при станции юнатов. Их они там вырастили сами.